проведение тренингов не является нашей основной деятельностью нашей организации, но мы понимаем, для того, чтобы нам расти, развиваться, нам нужно все-таки переходить к более понятной, наверное, форме общения с нашими партнерами. Мы бы хотели, наверное, упаковать наш положительный опыт в какие-то вот обучающие материалы и научиться их передавать. Мы наслышаны о положительных результатах данного проекта, потому что он реализуется не впервые. Некоторые представители некоммерческих организаций с Ханты-Мансийского автономного округа Югры уже приезжали к вам и обучались. Все приемы, которые нам показывали тренеры, на нас показывали, как работать с аудиторией, очень интересные, и я, наверное, для себя выделил один из главных критериев для успешного тренинга, который, допустим, будет проходить в нашем регионе, что все тренинги должны включать в себя как можно больше игровых подходов к решению тех проблем или тех задач, которые ставит тренинг. Потому что, во-первых, это повышает групповую динамику самой аудитории и не дает соскучиться. Вот. Поэтому мы для себя выделяем какие-то инструменты, которые нам помогают в большей степени заинтересовывать аудиторию, для которой будет проводиться какое-то обучающее мероприятие.